Привет, вы на канале Spider's Way. Сегодня у нас кормление тигинарой стенной. Это тигинара стенная у меня. Сплела паутинку. Мне это очень радует. Вот видите она. Это паутина. Так, а сейчас мы ей предложим сверчка. Или может сверчков она и так много ела? Можно мы, наверное, лучше предложим зоофобуса. Зоофобус, я думаю, для нее будет лучше. Так, сверчков она и так уже много съела. Просто за все время уже. Так, где мой пинцет, пинцет? Да. Пинцет ты это делался. Так, крюк для змей. Так. Сейчас я найду пинцет. Приступим к кормлению. Ага. Нашел пинцет. Сейчас будем пробовать кормить. Ага. Ну, это, в принципе, ожидаемо, так как она, у нее брюшко довольно худое было. Так, еще я хотела попробовать покормить вот эту тигинарию. Она тоже у меня... Тигинария вообще у меня хорошо идет. Иногда... Вообще я кормлю каждый день пауков. Своей тигинарии настят. Вообще... Вот тигинарии можно кормить, пока они сами не откажутся. Давай вылези уже этот захвост. Вот залез в эту... Так, ты вылезешь вообще из этой деревяшки, наконец-то. Так, ты иди тоже сюда. Что-то отказывается. В принципе, у нее брюшко-то не маленькое. А тогда попробуем крестовику предложить этого зоофобуса. Давай сюда, сюда. Так. Крестовик. Ага, будешь? Да, крестовик съел. Давай же, кусай его. Кусай, потому что я его отпускаю. Все. Все. Он его заматывает уже. Заматывает. Так, эта тигинария довольная вон. Убежала. Ой, я что-то его отпустила. А, что-то я бросила. Вон, видите, а зоофобус вон. А зоофобус вон. Странно бросил что-то. Ну ладно, подберет потом. Вот, кстати, как пополнила наша стеодода, которая у нас вчера тоже поела. Ну, она еще доедать будет даже. Так, и у нас еще поймала потом зоофобуса вот в. Вот это вот. Самочка Стеодода Гроссы, вот он. Зоофобус. Так, кого мы еще можем покормить? Так, паука-краба. Паука-краба нужно попробовать. Можно посмотреть, как... Так, а это вряд ли. Этого тигинария вообще давно не проверяла. Ну, а вон тоже там сидит в своем домике. Что еще кого мы можем покормить?
Сейчас мы попробуем вот этого вот крестовика. Опять он на крышке паутину наплелся, 60, кажется. Что мы порвали немножко. Так. Ну, это вот ему уж, наверное, с вершками, так как... Господи, сначала надо поймать этих сверчков. Ух ты, а у одного сверчка вон крылья появились, странно. Вон. Ну и пусть появится. Этого я тогда скармливать не буду. Скармлю, у которого нету крыльев. Иди. Эти сверчки. Рукой кого-нибудь. Короче, сейчас поймаю. Ну, тоже просто кормление. Угу. Поймал наконец-то этого сверчка. Сейчас предложим нашему пауку. Имся. Нет, он отказался. Так, кому еще можно предложить? Так. Попробуем предложить его тогда этого тигинари, который мне еще открыть сейчас надо. Так, пробуем. Рано у нас поесть хотела, но не поела. Угу. Короче, этот сверчок опять там куда-то забежал. Дадим ему нормального. Господи, с этими сверчками. Ну и что? Двух сверчков уже упустила. Что дадим ей лучше зафус, если они остались еще. Надо этим сверчкам просто задние лапки отрывать, чтобы они не так быстро не упрыгивали никуда. Так, это... Большой пирсей, да? Сейчас, короче... Попробую тогда лапки оторвать тому сверчку, чтобы он вот так быстро не упрыгал никуда. Так, или вот здесь вот сверчок вылез. Сейчас попробуем дать снова ему. Давай, вылез. Сверчков большой, что они очень быстрые. Ну, все, короче, новое ему и надо. Сверчка. Так. Что ты этого уж упустишь, я тогда не знаю. Что такая?
мама из-за того, что у нее убежала уже куча сверчков, у нее аппетит пропал. Будешь, нет? Или все-таки съешь? Короче, все, у нее аппетит пропал. А мы еще кучу времени потратили. Так. Тогда попробовать краба кормить. Хотя он опять куда-то спрятался. Так, а может и каракурку попробовать дать. Что там возьму, поймаю. Паук все равно уже. Ну что, каракурт? Короче, у каракурта он снова куда-то прыгал. Каракурт тоже есть не хочет. Ну, тогда... Или... Так. Нет. Тоже не вариант. Так, ну что, вот это вот у нас есть крестовик. Вон он. Вот за фобуса. А этот он тоже вон. Есть. Ну, все тогда, кормили. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.